Можно я попробую дубль стоя? Не садиться, не стоять, ну ничего не делать. Да нет, лучше садись. Да, только у тебя знаешь что? У тебя хреново, когда перепад, ты встаешь, ты упор, вот этот вот. У тебя слишком близко микрофон, рука, ну, я в это время стою. Ты старайся делать так, чтобы у тебя микрофон на одном расстоянии, когда ты поешь так и когда встаешь. Постарайся, потому что очень важно, у тебя очень сильный перепад, и яма такая образуется очень большая. Не надо, учись, я не знаю, может ты умеешь, но учись в любом положении делать так, чтобы микрофон не был вот этих проводов. Да. Потому что, блин, это важно. Я готов. Давайте! Тихо. Раз. Я странный мой, и я устал, иду по дороге. Прохожие все мои приветы, я сел на пороге. Упор на локти, смотрю на ногти, не сломались. И нету шума, закрыли сны. Я сбился. Я безумно. Стой. Прохожим все мои приветы, я сел на пороге. Упор на локти, смотрю на ногти, не сломались. И нету шума, закрылись окна, не скрыться бы так. Так не получится, нет. Не получится тоже. Короче, Сань, ты себя чувствуешь тоже не... Я же говорил, что... Я сел на дороге. Упор на локти, смотрю на ногти, не сломались. И нету шума, все, и последний раз. Да, закипись.
Вот так будет заявить. Теперь для Бога на сцене, ты все. В принципе, нормально. Давайте сразу. На этот раз уже было лучше. Вась, на этот раз лучше было? Да, конечно. Пропали, куда же ушли, как будто сбежали.